Гороскоп на 28 марта 2023 года для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! Во вторник Овнам можно добиться успехов в работе, решить сложные профессиональные задачи. Чаще обычного возникают нестандартные ситуации, вам приходится быстро разбираться во всем, учиться новому буквально на ходу. Сегодня трудности не пугают вас, а вдохновляют, и вы с энтузиазмом беретесь за дела, которым окружающие не решаются подступиться. Этот день хорошо подходит для общения в неформальной обстановке. Вы легко находите общий язык с представителями противоположного пола. Не исключено начало служебного романа. Перспективы у новых отношений самые благоприятные. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Для Овнов в этот день лучшим времяпровождением станет тихий семейный обед или ужин, наведение порядка в своем доме или оформление интерьера своей спальной комнаты. Не позволяйте себе излишнего напряжения. Выполняйте только те дела и обязанности, которые вам не только под силу, но и в удовольствие. Будьте терпеливы, не давайте волю отрицательным эмоциям в личных отношениях. Возможно, финансовая прибыль, подарок или заманчивое предложение. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Овен. Сегодня Овну можно заключать сделки с партнерами по бизнесу и подписывать договоры. Уважайте мнение коллег, а также не пренебрегайте оригинальными методами в работе. Гороскоп советует тщательно проверять всю поступающую информацию, потому что высока вероятность недочетов и серьезных ошибок. Овну предстоит понять, кто для него является настоящим другом, а кто недоброжелателем. Гороскоп «Дом» на сегодня. День символизирует помощь, благотворительность, милосердие. Оказав помощь в трудной ситуации, Овен, не задумываясь, сделает это еще раз. Не нужно ждать горячей благодарности за свои благие дела. Не обижайтесь, если окружающие оставят без внимания ваши хлопоты и заботы. Благотворительность должна быть отмечена скромностью. Во вторник, тельцы, будьте осторожны, внимательны и терпеливы. Сегодня вам потребуется предусмотрительность и здравый смысл, чтобы не допустить ошибок, не попасть в ловушки, расставленные недоброжелателями. Даже привычная работа сегодня дается труднее, чем обычно, а с окружающими далеко не всегда удается найти общий язык. Возможны неудачные сделки, напрасные расходы. Решения старайтесь принимать самостоятельно, не идите на поводу у окружающих. Важно в любых обстоятельствах помнить о собственных целях, планах и интересах. Ваши шансы добиться цели гораздо выше, чем может показаться на первый взгляд. Любовный гороскоп на сегодня для тельцов. Тельцам сегодня следует собраться с духом и, наконец, завершить все дела, которые были начаты ранее. Любая ваша деятельность сегодня увенчается успехом, а общение с деловыми партнерами и коллегами принесет вам не только материальную выгоду, но и приятные эмоции от беседы с интересными людьми. Вечером отдайте предпочтение интеллектуальным играм или чтению. Гороскоп «Жизнь» знак зодиака Телец. Во вторник Телец решит большую часть времени посвятить семье и детям. Накопилось немало домашних дел, которые нужно решить в срочном режиме. В работе будьте бдительным и опирайтесь на собственный опыт, а не на советы младших сотрудников. В финансовой области Тельцу можно слегка рискнуть, чтобы приумножить капитал. Вечером принимайте гостей издалека. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день может надолго остаться в памяти тельцов. Это благоприятное время для нежных объяснений, заключения брака, организации семейных праздников. Сейчас хорошо наладить отношения со старшими родственниками. Не стоит бессмысленно рисковать и заниматься коммерцией. Смена настроения или легкомыслия помешает вам справиться с самыми обыденными задачами. Слезы и плач во сне или наяву – дурной знак. Во вторник близнецам день приносит немало неожиданностей, но вы стараетесь в любых обстоятельствах контролировать ситуацию, и это вам удается. Неприятные моменты не исключены, но вам удастся справиться с трудностями, найти выход из сложного положения. Часто приходится экспериментировать, потому что проверенные, хорошо знакомые вам методы оказываются неэффективными. Что бы ни происходило, вы сохраняете хорошее настроение и оптимизм.
Окружающие не останутся равнодушными к вашему обаянию, многие будут рады иметь с вами дело. Возможны денежные поступления, которые будут очень кстати, и подарки. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Сегодня утром близнецы будут обращать свой придирчивый взгляд на любые мелочи, оценивая их с точки зрения практичности и целесообразности. Однако уже к полудню ваше скептическое и меркантильное настроение сменится желанием хорошенько отдохнуть и развлечься, а потому вам стоит обзвонить своих друзей, собрать большую компанию и от души повеселиться. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Гороскоп предсказывает близнецам неожиданные перемены в личной жизни. Если вы чувствуете, что отношения с избранником стали напряженными, то лучше сесть за стол переговоров и все решить с помощью откровенного разговора. Работу старайтесь направить в конструктивное русло, иначе успеха не дождетесь. Близнецы будут жить предстоящим отпуском, а также собирать вещи и документы для поездки. Гороскоп «Дом» на сегодня. Скорее всего, вам сегодня придется помогать близким людям решать их проблемы. Постарайтесь проявить терпение. Вторая половинка поможет вам справиться со шквалом работы, но постарайтесь уделять ей больше внимания, иначе ваше постоянное отсутствие дома вызовет недовольство. Скоро обстановка в семье наладится. Вторник для рака полон отличных идей и смелых планов. Вы способны найти ответы на многие вопросы, решить важные задачи. Рассчитывая только на свои силы, вы добиваетесь успехов там, где в другое время потерпели бы неудачу. Возможны денежные поступления, выгодные сделки. Деловое чутье будет острым, благодаря ему вы найдете новые источники дохода. Хорошо складываются рабочие поездки, можно обзавестись новыми партнерами и союзниками. Вторая половина дня – отличное время для переговоров и встреч. Вы сможете найти общий язык даже с теми, с кем раньше не ладили. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Это подходящее время для семейных мероприятий, домашних праздников. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Еще утром раки будут недовольно хмуриться и ворчать от мелких бытовых неприятностей, а уже днем их плохое настроение как рукой снимет. Время после полудня идеально подходит для того, чтобы провести его со своим любимым человеком или постараться наладить отношения с бывшим партнером. Сегодня возможно заключение интересных и выгодных для вас контрактов. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. В этот день раку не стоит привлекать к себе всеобщее внимание. Возможно, что кто-то из коллег вовлечет вас в ненужный спор, последствия которого отразятся на вашей репутации. Брать долгосрочный кредит в банке и оформлять документы во вторник не рекомендуется. Усердие и терпение помогут раку преодолеть трудности во взаимоотношениях с любимым человеком. Гороскоп «Дом» на сегодня. Странное сочетание постоянной суеты и монотонности основных занятий может нагнать на вас скуку. Захочется чем-то разнообразить жизнь, совершить неординарный поступок, вообще начать все с нуля. Не поддавайтесь подобным порывам, вы только усложните себе жизнь. Вторник для львов будет удачным. Сейчас звезды на вашей стороне, и этим стоит воспользоваться для достижения давно поставленных целей. Вспомните о своих самых оригинальных идеях, самых смелых планах. Сейчас можно воплотить задуманное в жизнь. Возможно, удачные поездки, выгодные сделки. Будет шанс обзавестись деловыми связями, которые вскоре окажутся полезными. Вы легко найдете общий язык с руководством и сможете подняться по карьерной лестнице, если захотите. Большая часть дня подходит для общения, встреч в официальной или неформальной обстановке. Однако вечером захочется побыть наедине с собой. Так вы сможете отдохнуть и восстановить силы, которых за последнее время потратили немало. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Львы, проснувшись во вторник, будут ощущать себя немного не в своей тарелке, а за завтраком это ощущение лишь усилится. Возможно, вы слегка поскандалите со своей второй половинкой, но вскоре вы помиритесь и обо всем забудете. Сегодня отличный день для активного обмена информацией, поэтому даже если вы не общительны и замкнуты, сегодня придется выйти в свет. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Личную жизнь Льву не стоит выставлять на показ. Держите язык за зубами, а секреты доверяйте только надежным друзьям.
Гороскоп советует чаще прислушиваться к интуиции, чтобы не оказаться в невыгодном свете перед сотрудниками. В решении наболевших вопросов не пренебрегайте подсказками мудрых родственников. Вечером Льва ожидает романтическая встреча и море впечатлений. Гороскоп «Дом» на сегодня. Отказавшись от стиля жизни на пределе человеческих физических и психических возможностей, Львы могут реально начать восстановление своего здоровья. Самое время вводить новый режим дня, в частности, определить время, затрачиваемое на работу и на сон, питание, процедур. Откажитесь только от слишком экзотических методов оздоровления. Во вторник для Дев с самого утра будет ясно, что успехи и победы не за горами. У вас достаточно энергии, чтобы преодолеть преграды, решить самые сложные задачи. Возможны интересные деловые предложения, не исключено начало сотрудничества, благодаря которому ваши доходы возрастут. Хорошо складываются любые поездки. Вы не почувствуете усталости, даже если придется много времени провести в пути. Этот день хорошо подходит для того, чтобы взяться за какие-то масштабные проекты, долгосрочные дела. Также можно строить планы на будущее. Нет сомнений в том, что их вскоре удастся осуществить. Давние союзники и близкие люди будут на вашей стороне. Благодаря их поддержке вы многого добьетесь. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Девам сегодня улыбнется удача во всем, что связано с бизнесом, отстаиванием своей позиции и общением. Будьте максимально учтивы и благородны с конкурентами по бизнесу, и тогда, возможно, сможете одержать безоговорочную победу или, на крайний случай, заключите договор о перемирии. Благоприятный день, особенно для людей творческих профессий. Появляется возможность переосмыслить прошлый опыт, создать удачные планы на будущее. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Во вторник Деве может понадобиться помощь родственников. Не стесняйтесь спросить поддержки, ведь и вы часто оказываете ее по отношению к близким людям. Совместная работа приведет к высоким результатам. Если Дева почувствует недомогание, то стоит отменить поездки, отдых на природе и даже домашние хлопоты. Отдохните в кругу семьи, расслабьтесь и помечтайте о ближайшем отпуске. Гороскоп «Дом» на сегодня. День располагает к спокойному отдыху, анализу, созерцанию. Многие девы будут постоянно анализировать реальность, выражать свою индивидуальность в оригинальном мышлении. Помогите ближнему осознать суть происходящего, объясните ему его главные проблемы и задачи. Во вторник весы добьются отличных результатов, если проявите упорство и настойчивость. Не все дается легко, а вы часто нервничаете и волнуетесь. Самое опасное сегодня – это сомнения. Если вы не уверены в своих силах или в том, что выбрали верный путь к цели, то можете растеряться, допустить ошибки, упустить что-то из виду. День хорошо подходит для общения с влиятельными людьми и поиска единомышленников. Ваша интуиция очень остра, на нее можно положиться во всем, что касается личных отношений. Будет возможность помочь близким решить вопросы, которые тревожили их в последнее время. Вероятны поездки, они поднимут настроение, подарят много позитивных эмоций. Любовный гороскоп на сегодня для весов. Весы в этот день как никогда сильно нуждаются в партнере и духовной поддержке. Однако, не торопитесь отправляться на поиски потенциальной второй половинки. Сначала выполните все, что было запланировано, а уже затем выходите на охоту. Сегодня весы могут быть твердо уверены в том, что без внимания противоположного пола они не останутся, а значит, и шансы найти свою любовь будут довольно высоки. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака весы. В этот день весы осознают, что запущенные проблемы лучше решать сразу же, а не откладывать на потом. Возможно, участие в мероприятиях, которые раньше вы откровенно игнорировали. Для тех, кто занимается творчеством, плодотворное время. Гороскоп предсказывает одиноким весам интересную встречу, которая может кардинально изменить личную жизнь. Только ведите себя сдержанно и мудро. Гороскоп «Дом» на сегодня. В центре внимания весов – личная жизнь и романтические отношения. В общении с любимым человеком возможен позитивный поворот, немаловажную роль в этом сыграет подарок. Свидания окружены ореолом нежности, что делает их незабываемыми.
Прекрасный день для проведения семейных мероприятий, свадебных торжеств. Во вторник для Скорпиона благоприятный день, хорошо подходящий для работы и для отдыха. Вы быстро учитесь новому, отлично справляетесь со сложными делами. Интуиция подсказывает, каким советам стоит прислушаться, а на какие можно не обращать внимания. Вероятно, приятные известия издалека. Могут напомнить о себе какие-то старые проблемы, и вы неожиданно найдете способ решить их. День подходит для того, чтобы навести порядок в делах, поделиться с планами на будущее, целями и приоритетами. Не разочаруют романтические свидания, порадует общение с теми, кто вам дорог. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Скорпионы во вторник ощутят прилив оптимизма и душевный подъем, а все плохое настроение и приступы хандры, которые изредка вас посещали, пропадут без следа. Во второй половине дня не нагружайте себя задачами и рабочими вопросами, отдохните и развейтесь. У отношений, начавшихся в этот период, очень благоприятные перспективы на будущее. Этот день отмечен повышением вашего творческого потенциала. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Сегодня Скорпион может положительно зарекомендовать себя перед шефом. Вы получите не только вознаграждение, но и новую высокооплачиваемую должность. Если на повестке дня переезд, ремонт или дальняя поездка, то все это можно смело осуществлять во вторник. По отношению к избраннику Скорпион должен проявить щедрость. Кстати, это касается не только души, но и денег. Гороскоп «Дом» на сегодня. Усиливается страстность, сексуальность, активизируются интимные связи. Существует вероятность любовной измены. Вы можете быть несправедливы к избраннику или избраннице. Не поддавайтесь любовным соблазнам. Это неблагоприятный период для вступления в брак. Во вторник первая половина дня для Стрельца будет непростой, особенно для тех, кто в это время отправится на важные встречи. Трудно будет найти общий язык даже с теми, кто раньше понимал вас с полуслова. Если человек настроен против вас, то переубедить его, произвести хорошее впечатление будет очень нелегко. Напряженные моменты возникают чаще, чем обычно, но вы все же сможете избежать конфликтов, если проявите уступчивость. Вторая половина дня складывается значительно удачнее, достичь целей в это время будет гораздо проще. Можно браться за какие-то необычные дела, требующие фантазии и творческого подхода. Вы с ними отлично справитесь. Вечер порадует хорошими новостями, касающимися членов семьи или других важных для вас людей. Любовный гороскоп на сегодня для Стрельцов. Стрельцов в первой половине дня будет одолевать беспричинный дискомфорт, который, впрочем, уже к полудню сменится тихим умиротворением и спокойствием. Звезды обещают, что после полудня все начинания Стрельцов будут довольно удачны, а потому не теряйте свой шанс и начинайте воплощать в реальность свои мечты. Неблагоприятный день, особенно для Стрельцов творческих профессий. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Стрелец. У Стрельца сегодня удачный день для знакомств, а также для решения текущих финансовых проблем. Если вы устали от монотонной и скучной работы, то в ваших силах сделать ее более интересной и оригинальной. Гороскоп предсказывает Стрельцу похвалу и премию от руководства. Если вы занимаетесь личным бизнесом, то присмотритесь к партнерам и тщательно проверьте документы. Гороскоп «Дом» на сегодня. Завершится период непонимания между вами и вашим возлюбленным. Наконец-то вы испытаете радость и удовлетворение от ваших встреч. Получив предложение руки и сердца, не отказывайтесь, так как вы вряд ли будете сожалеть о сделанном выборе. Воздержитесь от поездок за рулем, к сожалению, весьма велика вероятность неприятностей в пути. Невысок жизненный потенциал, возможно, недомогание. Во вторник Козерогу нужно держать себя в руках. Самообладание сегодня просто необходимо. Может казаться, что звезды проверяют вас на прочность, посылая одно испытание за другим. Приходится вернуться к проблемам и вопросам, которые вы решали давно решенными. Напоминают о себе и давние недоброжелатели. Они плетут интриги и строят козни. Но все трудности преодолимы. Помните о целях, которые ставите перед собой, и сохраняйте уверенность в своих силах. Это необходимо для успеха. Можно рассчитывать на поддержку старых друзей. Они не подведут,
как бы ни складывались обстоятельства, любовный гороскоп на сегодня для козерогов. Козерогов в начале дня вряд ли ожидает прилив энергии и жизненной активности, а потому не торопитесь включаться в работу. В первой половине дня необходимо по возможности завершить все текущие дела и только потом приниматься за что-то новое. После полудня вы с удовольствием включитесь в привычную повседневную деятельность. Сегодня подходящий день для того, чтобы заняться закаливанием, укреплением своего здоровья. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Во вторник Козерог наконец-то найдет время для себя. Это хороший повод для того, чтобы отправиться в магазин и купить себе что-то модное. Сделайте новую стрижку, посетите косметолога и поддерживайте форму при помощи физических упражнений. Если у Козерога есть дети, то не забудьте побаловать их приятными сюрпризами. Меньше делитесь секретами личной жизни с малознакомыми людьми. Сегодня вы можете устраивать светские приемы, презентации, конкурсы, спортивные соревнования. Есть смысл отказаться от ложной скромности и смело заявить о себе. Освободите время для любимых вами занятий. Это принесет радость и здоровье. Во вторник Водолея ждет очень противоречивый и беспокойный день. Его, впрочем, никак нельзя назвать безнадежно плохим. Будут и приятные сюрпризы, и новые возможности. Вам предстоит многому научиться, в том числе у людей, об обширных знаниях и богатом опыте которых вы прежде не догадывались. Можно браться за новые дела, но тут лучше не рассчитывать на легкие успехи и скорые победы. Запаситесь терпением, со временем вы обязательно получите тот результат, к которому стремитесь. Приятным будет общение с близкими людьми. Вы отлично ладите с ними, легко находите общий язык, с удовольствием строите общие планы, которые вскоре удастся воплотить в жизнь. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. У водолеев сегодня по-настоящему удачный день. Во второй половине дня вас ожидает крупный финансовый успех. Возможно, вам удастся заключить сделку на выгодных для вас условиях или добиться значительного повышения зарплаты. Проявите по отношению к своему собеседнику максимум вежливости и уважения, и он с удовольствием ответит вам аналогичным отношением. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. В этот день Водолею придется доказывать свой профессионализм перед коллегами и начальством. Предстоит сдавать небольшой экзамен, с которым вы отлично справитесь. Контактов с деловыми партнерами гороскоп советует избегать. Еще не пришло время для плодотворного сотрудничества. Если Водолей будет общаться с нужными людьми, то вскоре получит интересное предложение по работе. Самочувствие хорошее, но купаться и загорать не стоит. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вашу любовную и сексуальную жизнь не назовешь бурной, однако в конце месяца судьба преподнесет вам новые знакомства и увлечения. Яркая и жизнеутверждающая любовь, которая завладела вашим сердцем, может потребовать сексуального выхода, не противьтесь этому. Сегодня сексуальные контакты требуют крайней осмотрительности. Велика вероятность полного краха надежд. Вторник для рыб – это сложный и напряженный день. Справиться с проблемами будет проще, если вы настроитесь на серьезный лад, ответственно отнесетесь даже к самым мелким и незначительным делам. Помните, что за вами пристально наблюдают окружающие. Если вы допустите ошибку, она не останется незамеченной. Чем бы вы ни занимались, что бы ни планировали, помните, сегодня лучше не идти на риск, а если избежать его не удается, то не ставить на карту слишком многое. Обращайте внимание на мелочи, детали, они часто оказываются важными. В конце дня будет возможность отдохнуть, приятно провести время, пообщаться с людьми, которые вам дороги. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Сегодня с утра рыбы совсем не будут готовы к великим свершениям и предпочтут отдыхать как можно дольше. Впрочем, прилив энергии ожидает вас ближе к вечеру, и тогда вам удастся не только завести несколько полезных знакомств, но и, возможно, встретить близкого вам по духу человеку. Все задуманное может продолжать осуществляться, но в глубине души вы начнете ощущать недовольство собой, что может спровоцировать нервозность и сопутствующие ей заболевания. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Сегодня рыбам лучше не показываться на глаза начальству. Причин для этого много. Поэтому старайтесь тихо и мирно сидеть в офисе и выполнять свою работу. В
Финансовые проблемы будут занимать все ваши мысли, но только этим вы их вряд ли решите во вторник. Рыбам нужно внимательно следить за новостями, чтобы не пропустить то, что действительно важно именно для вас. Вечер посвятите детям и домашним хлопотам. Гороскоп Дом на сегодня. Вероятно, пессимистические настроения. Некоторые рыбы почувствуют психологическую усталость от череды неудач. Подумайте о тех, кто находится в более бедственном положении, окажите им помощь. Вскоре вы достигнете тех результатов, к которым стремитесь, и никто не станет вспоминать о том, что для этого вам пришлось несколько отступить от сложившихся традиций. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Хорошего вам дня и до новых встреч!